Многоквартирные дома в 4-м микрорайоне обслуживает управляющая компания «Смоленская АЭС Сервис». Еще не везде сошел снег, а работы по уборке территорий начались. Сейчас мы осуществляем санитарную очистку наших придомовых территорий. В первую очередь после зимы мы убираем остатки песчано-соляной смеси. Вот сейчас видим, техника у нас работает на наших дворовых проездах. Проводим очистку газонов от мусора, от листвы. У нас запланировано очень много работ. Это такие работы, как ремонт малых форм, ремонт детских малых форм. Это ремонт песочниц, покраска, обрезка порослей, ну и все работы по очистке, по уборке территорий. Как вы видите, работы у нас идут полным ходом, техника у нас готова, персонал укомплектован инструментом, всем необходимым для санитарной очистки города. Месячник по уборке города завершится большим субботником, и к майским праздникам Десногорск обретет свой привычный опрятный вид.